Добрый день, уважаемые господа. Зовут меня Андрей Валерьевич Лысенко. Вот уже более 20 лет я тружусь в ранге первого лица крупных коммерческих предприятий. В кризис 2008 года мне удалось в полтора раза увеличить продажи возглавляемой мною компании и нарастить свою долю рынка за счет неповоротливых конкурентов. Предлагаю вашему вниманию мой обновленный курс «Генеральный директор». Четвертый модуль курса включена комплексная программа действий в условиях современного кризиса. Если вы руководитель собственной фирмы, вас назначили директором или вы только собираетесь им стать, то этот курс для вас. Комплексная антикризисная программа, предлагаемая на семинаре, включает в себя 4 блока. Действия по сохранению и увеличению доходов компании, финансово-экономические мероприятия, оптимизация состава персонала и пересмотр отношений с партнерами. Уверен, что выполнение такой программы приведет к росту экономических показателей вашей компании и даст вам и вашим коллегам уверенность в завтрашнем дне, сохранит репутацию компании как надежного партнера, как тихой гавани в море кризиса. В китайском языке слово «проблема» и слово «возможность» – это одно и то же слово. Поэтому превращайте проблемы в возможности, занимайте освободившиеся ниши. Удачи вам в штормовом море кризиса. До встречи на семинаре.